серьги-семицветик. Серьги сегодня по цене шоп-н-шоу 2550 рублей. У меня сразу возникает к тебе вопрос. Арина, да. Что это за стиль? Это особый стиль. Безусловно, это снова у нас флористический дизайн. Самый, что ни на есть, модный. Ну и, конечно, вы видите сейчас, что каждый лепесточек разного цвета. Здесь у нас есть и нежно-розовый, и бледно-голубой, и салатовый, фиолетовый, красный. Любой цвет. А ты знаешь, для чего это нужно? Для чего? Чтобы сочетать с любым цветом одежды. Ну, конечно. Ты представляешь, как конечно. Удобно. Ну что ж, а я хочу отметить яркость цветов, цветовое сочетание. Что это за камни? Это фианиты. Это у нас разноцветные фианиты. А ты знаешь, фианиты, как я уже говорила не раз, они ничем не уступают по своим декоративным свойствам бриллиантам. Угу. Поэтому здесь такое ощущение, что множество разноцветных бриллиантов. Ведь бриллианты тоже бывают разного цвета. Но именно фианит дает такое возможность сочетать, во-первых, по такой недорогой цене и такое большое количество камней разноцветных. Боже мой, мне просто дар речи пропадает. Посмотрите, как искрятся камни, насколько они сияют. 2550 рублей стоимость сережек. И посмотрите, я вижу здесь яркий красный, эффектный цвет страсти, потрясающий фиолетовый, насыщенный, оттенки голубого, цвет шампань и зеленый. И все это за 2550 рублей. Насколько же чудесно выглядит, насколько романтично все это будет дополнять ваш образ. И я уверена, что такие серьги подарят вам настроение. А вот настроение, я убедилась, что это самое главное. А настроение, конечно, нам надо уметь создавать самим себе. Но мужчины тоже это умеют делать. И я вас призываю, создайте настроение своей любимой, подарите ей украшение. Ведь цена недорогая, а это качественное украшение прослужит очень долго. 2550 рублей за эффектные серьги. Да, ты права, что долго прослужит, потому что это позолота, это покрытие гальваническим методом золотом 750-й пробы. Гальванический метод покрытия, это, ну, можно сравнить с тем, что наши изделия просто искупали в ванне из золота. Самое высокое качество золота, 750-й пробы. Кстати, очень толстый слой, 1 микрон, в ювелирных украшениях и в бижутериях, это считается очень толстый слой, потому что бывает, что там несколько десятых или сотых микрона наносят только, а у нас вот целый микрон. Это прекрасно, и у нас цена 2550 рублей. Сережа, ко мне возникает вопрос, как закреплены камни? Ведь надежность стоит на одном из первых мест, когда мы выбираем украшения. Насколько надежно держатся камни в серьгах? А я вот просто сейчас покажу обратную сторону, и я думаю, что нашим покупательницам будет прекрасно видно, как надежно закреплена, какая у нас здесь крепление надежно. Очень такой каст. Посмотрите, посмотрите, как надежно. А посмотрите, какая прозрачность камней, как она видна насквозь. А для чего это сделано? Все, как раз я хотела тоже тебе показать и обратить внимание. Посмотрите, каст у нас открытый. Открытый каст говорит нам о том, что камень дышит и получает и свет, и воздух с двух сторон. Это значит, что когда вы будете носить эти серьги, и при каждом малейшем движении вашей головы будет свет попадать изнутри и снаружи, и особый блеск будет привлекать к вам я внимание. Я представляю себе, как в весенний день, яркий солнечный, украсив себя серьгами в семицветик, в прекрасном настроении вы отправитесь прогуляться. И, конечно, я уверена, взгляды завистливые женские и, конечно же, заинтересованные мужские вас будут преследовать. А у меня возникает вопрос еще очень важный, как закрепляются серьги на ушках, как они будут крепко держаться. Конечно, это очень важный вопрос. Здесь у нас итальянский замочек. Давайте снова посмотрим. Очень интересный замочек. Вы видите, у нас лапка, она подвижная, на пружинке. Это очень удобно, ты знаешь, потому что получается, что ушко не передавливается, и любая, ну, скажем так, ширина мочки да, у вас вот может это, быть. Кстати, да. То есть вы сами регулируете силу нажатия, да, в зависимости от ширины вашей мочки. Очень удобно. Сидят серьги идеально, тем более, я скажу, этот замок, он самый лучший в качестве посадки. И посмотрите, как выглядят серьги на Елене. Абсолютно прилегание, какой эффектный, каждый камушек блестит своим ярким сиянием, своим цветом. Но опять же, вы посмотрите, насколько они благородные, насколько они эффектны, и это серьги семицветик.